Всем привет! Это новости из Турции. Три государственных банка Турции, а именно Зираат Банк, Вакиф Банк и Халк Банк, отказались от использования российской платежной системы МИР. Об этом сообщил во вторник турецкий телеканал NTV. Телеканал утверждает, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы во вторник утром. Однако она еще официально не разглашена. Ожидается, что это может произойти в среду. Ранее карты МИР перестали использовать частные турецкие банки Ишбанк и Денизбанк. Президент Турции Реджеп Эрдоган на минувшей неделе поручил профильным министерствам проработать альтернативы использования в стране карт МИР. Этот вопрос обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства, а также 23 сентября на встрече президента с главами Минфина, Центробанка и ведущих местных банков. О принятых решениях не сообщалось. Частные турецкие банки Иш Банк и Дениз Банк 16 сентября объявили о приостановке прием карт МИР вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Об этом мы рассказывали в одной из предыдущих наших новостей. Переходим к следующей новости. Вчера ночью произошел теракт в турецком городе Мерсин. Трое неизвестных хотели проникнуть в здание полиции под видом сотрудников. Когда правоохранители попытались их задержать, началась перестрелка. Одна из нападавших, женщина-смертница, пыталась заехать на территорию участка на авто, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство. Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетонировал. В результате взрыва один полицейский погиб. Второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Местные органы сообщают о двух подельниках – мужчине и женщине. Первого удалось задержать практически сразу, вторую разыскивают. Также известно, что СВУ, которая лежала в авто, взорвали дистанционно. Местные власти обвинили рабочую партию Курдистана, РПК, в нападении. Данное происшествие заметили двое граждан России, которые проходили недалеко от места происшествия. Видео сейчас будет на экране. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!